Статья 43 Конституции Украины к нам вообще не применяется. Государство должно защищать свободу выбора профессии и делать допустимыми человека, который брал ее, возможность ее работать по этой профессии. Мы все выучились в Академии МВД, кто в институтах других МВД, в гражданских институтах на юриста. В милицию пошли по убеждению, по собственному убеждению, по внутреннему убеждению.